Пожар в Якутске унес жизни 4 человек. Сигнал о возгорании поступил спасателям сегодня ночью. Горело заброшенное строение на улице 2-я Пристанская. Через 6 минут пожарные расчеты были на месте, но объект уже горел по всей площади. Личности погибших устанавливаются. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через 6 минут после поступления вызова о пожаре, горело строение по всей площади открытым огнем. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов, виновник и ущерб устанавливается. В настоящее время пожар ликвидирован, продолжает работу следственная оперативная группа по расследованию причины гибели людей. На месте пожара было задействовано силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не допускайте неосторожного обращения с огнем. Будьте внимательны при использовании электронагревательных приборов.